Всем добрый день. Сегодня 1 сентября, Краснодарский край. Может, кто помнит, я вот эти три балагана ставил 2 года назад. Сейчас пошел 3-й год. Мы меняем здесь пленочку и меняем посадки. Будем сажать сюда ее сахарную. Сандру будем сажать. А тут был один недостаток, знаете какой? Вот тот край где-то на полметра ниже, чем вот этот. И вот эта сторона, тут где-то 2 метра в этих балаганчиках, она просто не допонывалась. То есть вот тут в жару прям было видно, что тут понывшие кусты. Ну и соответственно вот этот край, который находится выше, он был, ну, со значительными выпадами. Значит, что мы сделали? У меня труба 32, которая подсоединяется капелька, была изначально заведена там. Сейчас я вам покажу. Но я завел еще одну трубу параллельную. И видите, здесь краники. И на той трубе у меня краники. И я просто-напросто соединил капельную ленту. Соединил, значит, капельную ленту. Видите, она у меня не заглушена с концов. Она у меня идет. У меня вода заходит и отсюда, в трубу, и сверху. Соответственно, у меня равномерно будет проливаться и высокая часть балагана, и нижняя часть балагана. Сейчас вам покажу. Вот у меня подходит 32-я труба. Видите? Это вот с насоса. Я тут поставил тройник. Раньше он у меня просто заходил и все. А сейчас я поставил тройник и пустил 32-ю трубу еще туда. И получилась у меня вот такая вот интересная система. Сейчас, значит, застелим новую пленку. И можно будет высаживаться. Опять же, по пленке. Тут еще постоянно меня мучают сорняки, которые растут вот оттуда, от края. И сейчас что-нибудь придумаем, чтобы убрать еще сорняки. Минимизировать. Убрать их не получится, но минимизировать их попробуем. Отматываем агроспан вот таким способом, на капельки просто. А пленку у нас специальные треноги. Вот такие. В общем, уложили капельку, уложили сверху пленку. Пленка черная. На раннюю ягоду я ложу черную пленку. На ремонтантные сорта, если мне там в течение сезона плодоношения надо, я ложу белую. Капельку сдвинули к центру. Тут еще не сдвинули. Сейчас сдвинем. Берем, значит, гвоздики или 150-е, или 200-е. Берем вот такие вот монтажные, не знаю, по 8 с копейками, по-моему. Вот такие вот штуки. И прибиваем. И прибиваем агроспан на дорожке. Бока присыпали землей. Но там все равно будут сорняки пробиваться. Ну ладно, хрен с ним. Как-нибудь их победим. И вот так вот прибиваем. И получается у нас не 100% защита от сорняков, а, наверное, 95% защита. Ну, я не считаю, конечно, то, что вот тут будут расти в этих дырочках. Но если их своевременно убирать, когда они еще вот такие, а не когда они там вымахали полметра, то это все можно, ну, простой будет уход. И если, конечно, запустили, и тут вырос большой, огромный сорняк, то при его уничтожении вырвете и клубнику с большой вероятностью. Вот так вот. Пленка тут, значит, у нас стоит Магнуса.
снегопад пережила. 3 года, я думаю, этот год отстоит. На следующий год, скорее всего, ее поменяем. А может быть, если нормальное будет состояние, оставим и на 4-й год. Ну, пока что тут кое-где были косяки. Вот тут я трубу заводил, порвал. Тут вот у меня дугой порвалась скотчем, я ее подремонтировал. Ну, пока что нормально. Там вот вверху у меня вот эта палка, когда внизу была, вот так поднялась, порвала вверх. Ну, в основном, в принципе, там есть какие-то маленькие, ну, скорее всего, это механические повреждения, которые, ну, можно заклеить скотчем, вот таким обычным, и на сезон хватит. Потом на следующий сезон еще заклеить. В общем, вот так получилось. Сейчас прокапаем бугры, потому что мы их практически все лето, да не все лето, ну, 1,5 месяца точно мы их не поливали. Тут высохло все. Хотя вот сорняки от боков по чуть-чуть растут. Ну ничего. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.